Друзья, всем привет! Нахожусь на нашем объекте, где мы монтируем вот такую красивую террасу. Напольное покрытие у нас лиственница, крашеная, покрашена на производстве. И хочу вам снять ролик по поводу крепления вот этой террасной доски с помощью вот такого вот крепежа. Это такие вот маленькие конструкционные саморезы. Вот так вот они выглядят. И вот такой вот у нас специальный крепежный элемент. В двух словах, это у нас крепится в бок. Шерали, давай покажем. Значит, нам нужно для этого, чтобы закрепить, нужен вот такой вот инструмент, называется он камма. Соответственно, саморезы нужно. Ну и для того, чтобы удобно было работать, нам нужно два шуруповерта. На одном шуруповерте у нас сверло, на другом шуруповерте у нас бита. Покажи, как ты делаешь монтаж. Ну это смотри, образец тут супер ровно, пока не надо. Значит, смотрите, пока не крути. Мы поставили вот этот вот камурский крепеж. Дальше у нас образуется зазор. Ну это просто как образец. Это плотно, да, что ли? Да, она ставится плотно. Вот тут вот видно, что она стоит плотно. Дальше мы вот в эти отверстия закручиваем, ну вернее засверливаем их. И дальше сразу же закручиваем два самореза. Дальше снимаем этот пистолет, и у нас получается вот такой вот крепеж с этой стороны и с этой стороны. В принципе, монтаж происходит быстро. Единственный нюанс, который не очень нравится нашей заказчице, ну и заказчику, это вот это вот. То есть вы видите, да, что мы просверливаем, но все равно сверло, оно делает вот такой вот задир. Мы пробовали разные варианты. Сейчас вот я приехал, разные варианты попробовали, но все равно вот это вот остается. Без сверления остается. И просто если сверлишь, смотришь, без закручивания самореза, все равно вот это вот образуется. Вот такая вот особенность. Поэтому, наверное, мы будем искать способ для того, чтобы как-то в наждачке вот эту вот штуку убрать. Сам монтаж, в принципе, быстро. Вот так вот, если смотреть, смотрится, ну, достаточно хорошо. Но вот если приглядываться вот к этим моментам, видно, что здесь вот со стороны у нас образуются вот такие вот задиры. Вот, соответственно, будем проходиться потом аккуратно как-то наждачки. Сделаем какой-то образец, на образце отработаем. И потом уже по шаблону будем убирать вот эти вот заусенцы. А так вот монтаж террасной доски. Вот такая вот красивая терраса. Вот. Большая. Вот такие вот стыки здесь. Это отверстие под трубу. Дальше здесь будет фасад из планкина. И свесы тоже из планкина. Все из лиственницы. Вот так он, вот там вот под баннером все это лежит.